Привет, друзья! Сегодня разберем испанский глагол «soler», который переводится на русский язык не глаголом, а наречием «обычным». А сначала про формы. «Soler» — это неправильный глагол, как и очень многие глаголы испанские. У него «о» в центре меняется на дифтонг «уе», и формы получаются такие. «Yo suelo», «tú sueles», «él suele», «nosotros solemos», «vosotros soléis», «ellos suelen». Как он употребляется? Когда нам нужно сказать, что мы обычно что-то делаем, или кто-то обычно что-то делает, вместо слова «обычно» выберем глагол «soler» и ставим его в нужную форму. А после него уже употребляем в инфинитиве, то есть в начальной форме, тот глагол, который описывает действие. Ну, например, «я обычно завтракаю в 9». Вместо «обычно» у нас глагол «soler» в форме на «yo», так как «я обычно завтракаю», «yo suelo», а потом глагол «завтракать» в начальной форме, то есть «завтракать», «desayunar», и у нас получается Yo suelo desayunar a las 9. Мария обычно обедает в 2. Мария suele, потому что она обычно делает, глагол soler в форме на ella. Ella suele обедать, comer a las 2. Мария suele comer a las 2. Мы обычно ужинаем поздно. Форма soler на мы. Nosotros solemos, потом глагол ужинать, cenar, tarde. Nosotros solemos cenar tarde. Мы обычно ужинаем поздно. И также мы можем спросить, а что ты обычно делаешь на выходных? И это будет звучать так. ¿Qué sueles? Глагол soler в форме на tú. ¿Qué sueles hacer el fin de?